вот важнейшее место, это съезд, стрелка с моста, въезд в город Иркутск. Вот нас что встречает? Стыдоба, стыдоба. А раньше встречала вот эта церковь. Я уже говорил, что она была доминантой. Вот. Но что вот здесь происходит, это вообще фантасмагория. Вот она, несчастная, одинокая церквушка, оставшаяся. Когда-то она здесь была доминантой. От нее сейчас ничего не осталось. А вот на предмостной драгоценной площади еще что-то мострячат. Хотелось бы знать, что из этого получится. Очередной какой-то вот этот отель. Там хоть русскими буквами написано, слава богу. Хотя слово все равно не русское. Но это остатки перестроечных каких-то застроек скороспелых. Было совсем плохо. Сейчас это хоть как-то облагородили немножко. Хотя все равно вот эти объемы, они для такого важнейшего места смешны. Я не знаю, уберут ли их когда-нибудь, поскольку теперь же у всего этого есть хозяин. Не знаю, наверное, надо... Ну, я не разбираюсь, так сказать, в землепользовании, в юридических казусах, которые... Меня это не волнует. Для этого у нас есть юристы, для этого у нас есть дипломированные специалисты, которые сидят там в кабинетах градостроительных и занимаются этими вопросами. Вот. Я к ним обращаюсь, они специалисты. Я-то откуда знаю, как вот убрать вот это убожество, вот, которое стоит... Ну, сейчас облагородили, конечно. Даже вы не представляете, как это было страшно до этого. Ну, будем надеяться, что что-то все-таки придумают они здесь рано или поздно. Ну, видите ли, рано или поздно, да. Конечно, рано или поздно. Но мне осталось жить лет 10, да. Дети в этом во всем живут тоже лет 10-15, потом уезжают. Может быть, действительно, рано или поздно что-то и будет изменено, улучшится. Я имею в виду, что Иркутск обретет свое истинное лицо. Но рано или поздно, все время поздно. Рано не будет. Уничтожается город и уничтожается. Вот и без всякого рано или поздно. Я уже не увижу этот город, тот, который я бы хотел. Наверное, этот домик последние дни доживает, скорее всего, под сенью вот этого вот Мариотта. Зайдем в этот дворик. Вот с любовью сделанные окна. С любовью сделанные карнизы. Каждое бревнышко клалось руками, выкладывалось. Теплый дом, еще живой. Правда, окна уже выбиты, как глаза выбитые все равно, глазницы. Там все-таки были красивые переплеты. Сейчас там уже дыры. Вот. С трудом верится, что наши градостроители найдут возможность сохранить вот эту вот среду. Ну, конечно, здесь сейчас грязно, здесь сейчас вот мусор воняет, извиняюсь, все порушено. Но давайте вспомним, что лет 50 назад это был милейший вообще, уютнейший дворик, в котором жили наши родители, в котором, в общем-то, наши души появились, душа города. Вот, а потом появились вот эти бездушные щиты, баннеры, плоскости, сайдинг вон там вот, который, или как это теперь называется, не знаю. Потом появились бездушные
вот эти плоскости. А потом мы удивляемся. А потом мы удивляемся, почему люди стали такими, почему Россия не может выкарабкаться при всем своем богатстве из того места, в котором она находится. Но, видимо, потому, что мы вот это все потеряли.